все-таки, как вы ездите, как пассажиров возите, не страшно? Страшно. А, ну, самолеты летают, стреляют, гавкает так, что мама не горюй. А вас... Вчера шел домой, 5 домов разрушили в поселке у меня. А правда, что у вас сейчас там трупы валяются по городу? Да, ну не по городу ничего я не видел, а в лесу вонь такая стоит, что неимоверно. Растяжек, там мины, там бог его знает, кто там убитый лежит, пройти невыносимо. Проверяют все везде. И объезжаем Краматорск от Славянска, они же рядышком, они перекрыты, вообще дорога. Бог знает как, через Харьковскую область едем. Через Харьковскую область? А вот, ну, часто останавливают, все блокпосты, что спрашивают, что говорят? Документы проверяют. Ну все, заходят пассажиров, проверяют, да? Мужчин выводят, посмотрят, вот тут проверят. И те, и те, и нацгвардия, и эти все проверяют. Ну, в общем, страшно, да? Честно говоря, да. А много вот перевозчиков перестали ездить? Очень много. У нас 30 машин всего на весь город, по-моему, только выезжает, не больше. А сколько было? Да было, ну, только у меня в парке. Где-то около 60 выезжало, а еще там 3 парка. Это междугородки, да, именно? Да, и междугородки, и по городу там половина не ездит. Ну, куда ездить, если бомбят и стреляют? Ну? А правда, что вот, ну, город практически вымер, люди практически никуда не выходят, не выходят? Да. Как на новогоднюю ночь выходишь, а то никого нету утром рано. Так вот это сейчас. И прячется по подвалам, да? Вчера звонил домой, вообще абонент, не абонент. Потом мы в подвале. Люди выезжают? Да, выезжают. Ну, выехало, ну сколько их выехало? Ну, 1010, не больше. А все остальное, это славянское. Детвора бегает так же, как и бегали. Привыкли уже. Сегодня утром выходил, опять лупить начали куда-то там по Семеновке. Просвистит над головой, бог. А сколько? Ужас, ужас, да. Да, 1120, так, 125. А вот, ну, массово сейчас выезжают именно со Славянска сюда. Вот, так куда уже ж никто и не вывозит, везде тормозят, везде. Детвору вывозят, да, еще. Вчера видел, еще три автобуса уехало вечером. Самолеты летают, бомбят, а они прут.